интернет-канал Новороссия, подразделение легендарного Моторола. Вчера на этом месте был убит наш мальчик-снайпер Щегол. И два наших бойца были тяжело ранены. Я не стал это снимать, я выключил камеру. Почему? Потому что вот их кровь. Один 200-й, два тяжелых 300-х. Царствие небесное Щегол. Вот он, терминальчик, по которому мы работаем. Снайпер на второй! Пошли! Где еще кто? Лишних не надо. Пошли лишние. Пошли отсюда. Суетит. Мы сейчас это спугнем. Нашел снимать, за что? Сука, кусты, видимо. РПГшник будет работать? Будет, будет, но не сейчас, потому что у движения своих, походу. Ага. Так, работает наш. Ух, кто это такие? Два танки, больше ты их не знаешь, нету. Вот по этому переходику мы бегали со старого в новый терминал. Уже не бегают. Давай, давай, брат. Короткими по терминалу. Блядь. Ох, блядь, моща, да? Зенитный вариант. Скала, улыбнись в камеру. Смотри, наших не зацепи. Так, обрабатываем старый терминал. Если помогаю своим, мы закрываем свои. Хорошо, молодец. Это где? Это. Перекинул. Одиночными давай. Слышишь? Давай сюда внутрь. Руки, я не вижу, он лезет. АГС, жаль, переносим. Попал.
Кому рот закрыть? Да, по мне работали, Ген! Слышишь, а ну? Что? По мне пиздоваться! Куда? Откуда? Я не знаю, откуда. Вокруг меня пулевые были. Плески. Увидели, послух нас. Давай не работай. Сейчас мы их, блядь, пропадем. Возьми! Нормально! А, блядь, улети! Расстояние маленькое, а выше куда? Я ж попросил. Едем. Уйдем с огня. Иди сюда. Что сейчас происходит? Кошмарим. Забьем, возьмем его, возьмем. Закрепились на новом терминале, продвигаемся понемножку дальше. Да, огневая поддержка наша. Да, возьмем терминал, блин, им деваться, добьем, додаем. Все, спасибо, брат. Все, стоп, сейчас наши пойдут. Вернулся, будет мстить за всех ребят, которых здесь обидели, тронули. Вот. Я вернулся с новыми силами, с БК. Вот. Я этот флаг повешу на самом терминале. А вы, уроды, будете смотреть, как я это делаю. Смотря на коленях и плакая, то, что вы проиграли. Вы воюете против детей, твари. Так, ребята, вот это наш гном. Он очень любит пластид, запомните. Да, я люблю взрывать. Я не представляю, да? Все его дома знают. Бойтесь меня. Брат, а он со мной пластидом поделился еще. Брат спрятался. Брат, как тебя зовут? Мазал. Как? Мазал. Ты наш? Мотороловский. Кто еще Мотороловский? Как это? Я. А, топорище. Мой СПГ-9 будет работать, да. Брат, СПГ-9. Узбекистана рулит. Брат, топор, который рубит из СПГ-пидерастов. Вот. Идет бетонка, а потом скат, как местные говорили. И он за этим скатиком прячется, вот так туда-сюда катается. То бишь отсюда его будет видно, когда он упадет. Его ебнут нахуй отсюда, блядь. Thank you.
наших обкладывают. Наши гаубицы поработали по старому терминалу. Видно, к сожалению, плохо. Ген, снимаешь? Да. Взрывается склад боеприпасов украинской армии, которая находилась на территории Донецкого аэропорта. Простите, друзья, за плохое качество съемки, но камеры лучше у корреспондента Моторолы нет. Многие обещают, но никто пока не присылает. Вот в паузах между боями брат мой матрос рассказывает о самом заветном своем желании. Расскажи, пожалуйста, остальным. Закончим войну. Победим, не закончим, а победим. Выгоним укров с нашей земли. Я займусь тем, о чем давно мечтал. Мечтал найти столицу половецкой орды Шаруканидов. По моим прикидкам, она находится где-то в районе Славянска. Вот это моя мечта. Работать в краеведческом музее каким-нибудь хранителем, смотрителем и посвящать свое время изучению родного края. А основная загадка, допустим, археологическая, где же находилась эта столица Шаруканидов? Еще хочу разобраться, меня очень интересует Салтово-Маевская археологическая культура, которая была, существовала на территории Харьковской Донецкой области, в пойме реки Северский Донец. Я не считаю, что это был русский каганат, как Глазьева, там, я забыл фамилию женщины, которая написала целую книгу, что это столица русского каганата. Нет, жили потомки аланов, потомки булгар, в симбиозе в каком-то определенном. Были анты там, прославяне. Или, ну, как считают некоторые, ославянины и скифы. Вот такие вот дела. Гена снимает срач, в котором это все говорится. Ему нравятся контрасты, блин. Ты еще дучку-то сними, куда мы ходим, где когда нет воды. А еще я стреляю с пулемета. И вышиваю крестиком. Интернет-канал «Новороссия», подразделение легендарного «Моторола». Вчера на этом месте был убит наш мальчик-снайпер Щегол. И два наших бойца были тяжело ранены. Я не стал это снимать, я выключил камеру. Почему? Потому что вот их кровь. Один 200-й, два тяжелых 300-х. Царствие небесное Щегол. Терминальчик, по которому мы работаем. Снайпер на второй! Пошли! Где еще кто? Лишних не надо. Пошли, лишние. Пошли отсюда. Суеты мы сейчас было. Это спугнем. О! Ух, кто это такие?
танки больше ты их не знаешь, нету. Вот по этому переходику мы бегали со старого в новый терминал. Уже не бегают. Нашел, снимать, застой. Сука, кусты, видимо. РПГшник будет работать? Будет, будет, но не сейчас, потому что у движения своих, походу. Так, работает наш снайпер-курист. Сейчас. Сейчас.